И по телефону, и люди подходят сюда, к нам, вот на этот пункт, и мы фиксируем адрес, где они находятся. И поэтому ты сам отрабатываешь. Вот это люди, да? Да, вот окружающая обстановка. То есть, к сожалению, у нас там находится единая дежурная диспетчерская служба, куда приходит сообщение 112. Она подтоплена, прекратила свое функционирование. Мы переключили на ЦППС местного гарнизона. Работает? Так точно. То есть 112 работает через ЦППС местного гарнизона. То есть все. Они карточки формируют, отправляют, и вот мы работаем. Так, а где? Сапоги.